СМИ начали активно писать о том, что Валерий Меладзе собрался вернуться на родину. После недавних скандалов, связанных с громкими политическими высказываниями, он большую часть времени жил в Европе. Теперь же звезда хочет изменить ситуацию. Весной Валерия Меладзе заметили в одном из московских ресторанов. Это стало удивлением для многих поклонников, ведь исполнитель хита «Самба белого мотылька» давно не появлялся в столице России. Ходили слухи, что ему даже запретят въезд после скандала в Дубае. Теперь же появилась инсайдерская информация, что музыкант, который ранее призывал к миру и переговорам, хочет окончательно вернуться домой. Информацию об этом прокомментировал Иосиф Пригожин. Если Меладзе разрешат работать и он будет жить в Москве, у него будут большие стадионы, он будет собирать зрителей. Неправильно осуждать людей, которые хотят вернуться к себе домой. У каждого человека должен быть шанс. Главное, не заблудиться, не потеряться, не стать жертвой негодяев. Мы все не безгрешны. Мы все заложники этой проблемы, мы все в ней оказались, рассуждает Пригожин. Также Пригожин считает, что песни, которые исполняет Меладзе, не несут никакого политического подтекста. В них есть только лирика и душевные ноты, именно поэтому они стали так любимы. Всю свою карьеру Меладзе делал в России. Он грузин, выросший на Украине. Вот что ему сейчас делать. Я не хочу быть чьим-то судьей. Если он прилетает в Россию и его пускают домой, значит ему никто этого не запрещает. Я не знаю, какие у него планы, но его любят в России и ждут. Высказался Иосиф Пригожин.